Здравствуйте! Хочу рассказать вам о наших новых успехах после сеансов с Давидом. У нас появилось желание кататься на качелях, на каруселях, на горках. Он все время начал хотеть гулять. Как бы как такового интереса не было, он то появлялся, то пропадал, а сейчас как бы тянется он. Хочет там играть, все время на улицу идет кататься, играться, качаться, бегать, убегать. Вот. Также мы стали спокойно ходить по магазинам без проблем. У нас нету истерик, что если нет, значит нет. Если вдруг мы идем в какую-то другую сторону, он стал больше понимать. Я ему объясняю, почему мы идем туда. После объяснений мы идем спокойно, без всяких истерик. То есть сын понимает, а про что я ему говорю и рассказываю. Также мы можем идти по улице и говорить, что там автобус поехал, машина стоит, киска побежала. Вот. Катались я недавно во дворе на карусели. Он посмотрел вверх и сказал дерево. То есть он смотрел на дерево, его заинтересовало. Также у нас были проблемы с ходьбой на улице. Он отказывался долго ходить. Или если мы шли не в ту сторону, он сразу садился на пол. Сейчас у нас уговоры идут, то есть он понимает, про что я ему говорю. И стал больше ходить сам. Ему стало интересно. Без проблем мы можем пойти туда-сюда, долго походить, погулять. Это для нас уже не проблема. Также у нас были небольшие неполадки в общении с бабушкой. Со второй. На выходных мы ходили к ней в гости. Он побежал к ней по лестнице, поднялся, обнял, поцеловал. Дома игрались они в шарики, кидали друг другу, целовались, обнимались. И очень был доволен и говорил слова, повторял за нею, которые она говорила. Вот. Также у нас появилось желание обучаться. Вчера вот буквально я попробовала карточки домена, правда, по ноутбуку. Он очень любит у нас ноутбук. Что там происходит. Поэтому я нашла видео, где показывают животных, и внизу читаются слова этих животных. А в конце потом нужно 4 картинки, из 4 картинок выбрать одну. Вот. Вчера мы попробовали шестиматик, и он практически все назвал безошибочно. Это фрукты, овощи, животные домашние, животные лесные. Животные дикие, ягоды, овощи, посуда, по-моему. Сегодня утром был транспорт и мебель. Вот. Память начинает работать еще лучше. То есть он сказать может и не может, но показать правильно он может. Вот. Также он стал больше целоваться, обниматься и чаще стал засыпать вместе со мной быстро и без проблем. Вот такие новшества у нас на сегодняшний день после сеансов с Давидом. Большое вам спасибо, Давид. Надеемся на дальнейшее улучшение и будем с вами работать. Спасибо.